думаете учиться после школы и какие профессии сегодня актуальны на региональном рынке труда? На эти и многие другие вопросы амурские старшеклассники нашли ответы на ежегодной ярмарке учебных мест. Материал подготовила Евгения Дудко. Кем стать? Этот вопрос сегодня объединил большинство юных амурчан, посетивших ярмарку вакансий, профессий и учебных мест в Амурском политехническом техникуме. Подобные мероприятия в Амурском районе проходят ежегодно и не остаются без внимания. Всегда пользуются большой популярностью у молодежи. Чтобы определиться с будущей профессией, на так называемые смотрины пришли выпускники 11 классов. Работа ярмарки была организована таким образом, чтобы обучающиеся могли больше узнать о том, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда, на каких специалистов есть спрос на предприятиях и в организациях региона, и по каким специальностям они смогут приобрести профессиональное образование. Это традиционная ежегодная ярмарка учебных мест, которая проводится в рамках реализации краевого проекта «Компас самоопределения». Это мероприятие у нас, конкретно это мероприятие, проводится для выпускников 11 классов с целью помочь им определиться, да, с выбором будущей профессии, с выбором будущего места обучения. Значит, мы приглашаем на эту ярмарку традиционно учреждения и предприятия Амурского муниципального района и приглашаем образовательные организации профессионального образования. В рамках сегодняшней встречи проходит еще отдельно у нас встреча для выпускников, которые ориентированы на поступление в учреждения для получения медицинских специальностей. Каждое образовательное учреждение строило свое выступление, опираясь на видеопрезентацию либо слайд-шоу, рассказывая о правилах приема абитуриентов, жизни студентов, учебных буднях и дальнейшем трудоустройстве. Представители вузов пытались разъяснить молодежи, что, решая, кем стать, они должны учесть, кто нужен на рынке труда. Хорошая идея встречаться с вузами Хабаровска, Комсомольска, потому что это в наше время подростки очень мало понимают, куда идти, они не могут себя найти в чем-то в подобном. Очень много выбора и не могут определиться, потому что не знают. А такие встречи помогают найти себя и нужные институты. Ну, на самом деле, ребята разного характера, выбирают все по-разному. Думаю, каждый порадует разный институт своим присутствием. Проведение подобных мероприятий не только позволяет сегодняшнему абитуриенту выбрать профессию по душе, но и точно понять, где он реально сможет трудиться в будущем. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».